Всем привет! Сегодня мы сделаем очень красивое оригами сердечко. Вот такое получается сердечко. Это сердечко с бантиком. Вот так оно выглядит с другой стороны. Делать его несложно. И такое сердечко можно кому-нибудь подарить. Или на День Святого Валентина, или на 8 марта. Или подарить просто так, без особых причин. И можете не сомневаться, такое оригами сердечко в виде подарка понравится всем. Для того, чтобы сделать оригами сердечко, берем квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Берем лист и складываем его на бок вдвое. Раскладываем обратно. Теперь в другую сторону складываем лист вдвое. По центральной линии перевернем листочек на бок. Наведем листочек. И перевернем обратно. Теперь сверху боковые стороны загибаем по центральной линии вниз с одной стороны и с другой стороны. Переворачиваем листочки обратно. Теперь поднимаем одну сторону вверх, расширяем середину листочка. И сверху придавливаем, чтобы листочек расплющился. Наводим листочек. И переворачиваем на другую сторону. Перевернем листочек на другую сторону. Наведем центральную линию. И поднимем листочек вверх. Расширяем середину листочка. И сверху придавливаем, расплющивая лист. Хорошо наводим. Теперь у нас получилась базовая форма двойной треугольник, и с него мы сделаем сердечко. Для этого берем листочек и развернем его вот таким образом уголком вниз. Теперь уголок складываем к началу листочка. Наводим. И переворачиваем обратно. Отделяем верхний листочек с одной стороны и с другой стороны. И по линии переворачиваем листочек. Сверху листочки прижимаем, расплющивая уголки с обеих сторон. Наводим. Получается вот так. Вот у нас есть линия. И по этой линии переворачиваем верхний листочек. Вот так. И теперь вот эту сторону складываем к центральной линии. Складываем листочек на бок. Центральной линии. Наводим. Получается вот так. Сверху получается вот такой уголок. Теперь с другой стороны по линии переворачиваем листочек. И вот эту сторону ложим к центральной линии. Наводим. Снова сверху получается уголок. Переворачиваем эти уголки на другую сторону с одной и с другой стороны. Наведем их. Вот по этой линии поднимаем листочек. Переворачиваем
И вот эту сторону опускаем в центральной линии. Наводим. Снова получается уголок. Теперь у нас два уголка. И с другой стороны по линии поднимаем листочек. Переворачиваем. И вот эту сторону к центральной линии. Складываем листочек. И наводим. Теперь с этой стороны у нас также два уголка. Снова перевернем уголки с одной и с другой стороны. Берем вот этот листочек, под ним у нас уголок. Вот у нас есть линия. Поднимаем листочек, расширяем и по линии вгибаем уголок в середину. Переворачиваем листочек и наводим. Переворачиваем уголок на другую сторону. Еще раз наведем. Получается вот такой уголок. И с другой стороны вот у нас линия. Делаем то же самое. Поднимаем, расширяем листочек и по линии загибаем в середину. Опускаем листочек. И наводим. Переворачиваем уголок. Еще раз наведем. Получается вот так. Перевернем листочек на другую сторону. Развернем. Теперь вот эту сторону загибаем к вот этой линии. Наводим. Боковую сторону загибаем к началу листочка. Наводим. Боковую сторону загибаем к началу листочка. Наводим. Переворачиваем загнутые уголки с обеих сторон. Отделяем верхний листочек. Расширяем его. И переворачиваем. Вот этот уголок расплющиваем. Наводим. С другой стороны отделяем верхний листочек. Расширяем. И переворачиваем. И расплющиваем уголок. Наводим. Получается вот так. Теперь вот эту сторону загибаем на бок. Так, загибаем по вот этой линии. И с другой стороны загибаем уголок на бок. Наводим. Вот по этой линии загибаем. И теперь вот этот уголок загибаем к этой линии. Наводим. Вот этот уголок загибаем к линии. Наводим. Получается вот так. Теперь листочек переворачиваем на другую сторону. Вот у нас есть линия. По этой линии загибаем верхние листочки на бок. С одной стороны и с другой. С одной стороны загнули. Загибаем с другой стороны. Переворачиваем обратно. С одной стороны и с другой стороны. Вот у нас получились линии. И по этим линиям загибаем листочки с одной стороны. И с другой стороны.
получается вот так. Теперь переворачиваем уголок, наводим, переворачиваем с другой стороны уголок, наводим листочек. Вот эти стороны загибаем центральной линии с обеих сторон. Одну сторону загнули, наводим. С другой стороны загибаем листочек. Наводим. И с противоположной стороны вот эти стороны к центральной линии загибаем с обеих сторон. Одну сторону загнули. И загибаем вторую сторону. Переворачиваем листочки обратно с одной стороны и с другой стороны. Поднимаем одну сторону вверх, выравниваем. Расширяем середину листочка. Внизу придерживаем и немножко придавливаем сверху, вот так. Теперь берем второй листочек. Поднимаем, выравниваем, расширяем середину листочка. Внизу держим, сверху придавливаем. Теперь поднимаем их оба уголка вверх, держим за средние листочки и сверху немножко придавливаем. С другой стороны делаем так же, поднимаем листочек, выравниваем, расширяем середину. Держим внизу и придавливаем сверху листочек. Теперь второй листочек поднимаем, выравниваем, расширяем середину листочка. Держим листочек внизу, сверху придавливаем. Теперь поднимаем оба листочка вверх, держим за средние листочки, прижимаем внизу и сверху немножко придавливаем. И теперь у нас получается вот такое сердечко. Сердечко с бантиком. Вот так с другой стороны выглядит. Теперь наше сердечко с бантиком уже полностью готово. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Желаю всем успехов!